Нашей планете отчаянно не хватало ресурсов. Мы отправились искать их за пределы Земли. Новый фронтир дал надежду на светлое будущее. Но вдали от Родины зародилось движение, утратившее связь с тем местом, что мы звали домом. Новые правила, новые амбиции, новый враг. Мы не были готовы к тому, что СДФ соберет армию и начнет кровопролитную войну с Землей. Это не революционеры. Они жаждут абсолютной власти. Они грабят колонии, отнимают ресурсы. Они силой удерживают территории. Они используют флот, чтобы лишить нас ресурсов, необходимых для выживания. Их цель — уничтожить все, связанное с Землей. Сейчас СДФ — это машина, которой управляют военные. И если у них появится сильный лидер, они явятся к нам, чтобы захватить нашу Родину. Воевода, это Скар-1. Жду приказа. Принято, 1-1. Одну из наших секретных баз атакует СДФ. Мы считаем, что это часть операции под кодовым названием «Рая». По данным разведки, их цель — прототип оружия. Вы должны изъять прототип и подорвать базу, пока противник ее не обнаружил. Вас понял, воевода. Сделаем. Одна минута! Союзники! Никак нет. Союзных целей нет. Добудем оружие и убираемся. Проверить снаряжение! Система ЛЗУ включена. Условия атаки? Огонь на усмотрение! Готово! 10 секунд. Дверь! Скар-1, начинайте, начинайте! Корабль! Пошли! Пошли, пошли! Не сдевайте! Температура поверхности минус 300 градусов. Надо шевелиться. Жнец, Скар на месте, отбой. Понял, 1-1, десант с воздуха, к северу от вас. Так точно, уже идем. Вижу внизу две цели. Сайпс, вперед! 1-1 Жнецу. В секторе стрелки СДФ. Продвигаемся. Есть, передам. Конец связи. Нужно добраться до оружия раньше них. Группа, доложите обстановку. Доложите обстановку. Точка входа через 30 метров. Вперед. Жнец, приближаемся к точке входа. Будьте осторожны. Мы столкнулись с силами СДФ. Цели на тепловизоре рядом с вами. Будьте бдительны. Принято. Стойте. Часовые на крыше. 0-1-2, остальные наши. Пошли! Принято. Стойте. Часовые на крыше. 0-1-2. Пошли! Поднажмите. Осторожнее. Они их просто казнили. СДФ нужно оружие, а не пленники.
Единственные цели. Ищейки пошли. Принято. Рассыпаться! Наше оружие в хранилище, в полукилометре отсюда. Враги прямо перед нами. Проверьте оптику. Как думаешь, они слышали взрыв? Может и да. Тогда давай их поприветствуем. Добро пожаловать в исследовательский центр Европа. Бросай антиграф. Принято. Готовы. На помощь. Выдвигаем. В моем районе. Готов. Проверьте все углы. Жнец, мы в исследовательском центре. Идем к арсеналу. Принято. Имейте в виду, войска СДФ скоро будут внутри. Нельзя допустить, чтобы операция Рая увенчалась успехом. Как только оно будет у нас, я смогу запустить процесс самоуничтожения. Принято. Контакт! Атакуем блок! Не останавливаться! Не расслабляться! Мы еще не закончили! Поджарим гадов! К цели. Точка выхода через 6 минут. Конец связи. Оружие на другой стороне. Мы их опередили. Сайпс, ломаем. Все чисто. Джекпот. Вижу хранилище. Жнец, мы добрались до арсенала. Идем забирать оружие. Принято 1-1. Оружие в хранилище. Как только заберете его, я запущу протокол самоуничтожения. Загружай его, Сайпс. Оно нам понадобится. Держимо. Технология та же, модель компактная. Так вот, зачем они охотились. Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ, пехота и техника. Больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял, мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Огонь!
Кузнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял. Мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Внимание! Запущен процесс самоуничтожения. Понял, мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Внимание! Запущен процесс самоуничтожения. Нужен воздух! Иду к тебе! Подними его, ему нужен воздух. Дыши, боец. Сколько вас пришло? Здесь все. А как насчет того корабля, который мы сбили?
Моим людям нужен врач. Заботишься о своих людях? Не спеши с выводами. Вот поэтому вам и не видать победы. Это место уже не ваше. Прикончите. Не трать пули. Что такое Рая? Что за Рая, не знаю. А шлемная камера отключилась. 18 часов связи нет. СДФ не выставил требований. А зачем им выставлять требования? Они захватили базу, расстреляли троих и сбили пилота. Нашу группу отправили за секретным оружием на закрытый объект. Этот объект строго засекречен. Как вообще СДФ туда пропустили? Так, согласно договорам, все народы имеют право свободно... Сэр, это задача для полной ударной группы, не для четверки бойцов. Лейтенант Рейс, прошу вас вести себя более дипломатично. И смените тон. Есть, сэр. Кто еще знает это? Сейчас воздушное командование и вы. Это же прямой акт агрессии, адмирал. Мы должны быть в патруле, а не пускать тут фейерверки. Военная доктрина запрещает применение крайних мер в таких случаях. Значит, мы воткнем стволы в песок и будем любоваться парадом флота? Лейтенант Рейс, поймите меня. По-человечески я совершенно согласен с вами. Нам надо нападать. Так почему нет? Они политики, Рейс. Подотрутся любым флагом, лишь бы заводы дымили. Присаживайся. Для политиков идея вооруженного наступления – это полный кошмар. Войны нет, военные не у руля. Но когда она начнется, будет поздно. Сомнения, дыра в голове. Вы твердили это в летной школе. Оцени проблему и действуй. Ты всегда был хорошим учеником. Стратком в курсе наших проблем. Пока применение силы не рассматривалось на оперативном уровне. Законы войны, сынок. Спасибо за разъяснение, сэр. Адмирал Рейнс, Итриан уже на крыше. Спасибо, старшина. Что такое Итриан? Сходи, посмотри. Думаю, понравится. Вольно. Сколько? Четверо. 200-е. Европа? Да, там был СДФ. Перебили команду. Забрали все. Ах ты ж дрянь. Этот флот, они зря так. Мы должны быть в шакалах на боевом. Адмиралы не спорят. Капитан знает? Отнюдь. Возьми здесь сейчас не боевой корабль, а декорации. Весь наш флот здесь, в Женеве. И это пугает. Это бывает каждый год. Что ж, пойдем веселиться. Прошу вас, лейтенант. Спасибо, умник. Давай-ка прогуляемся. Невеселый списочек. Мирно не павшим. Всего день на планете. Предпочитая черноту космоса. Да, я тоже.
Рейнс говорил о каком-то E3N. Не слышала? Никак нет. В четырехзвездочных рукавах Рейни всегда есть пара. Он полетит на церемонию вместе с нами. Не называй его так. В лицо не буду. Расступись. Проходите, лейтенанты. У службы свои плюсы. Нас ждет самолет. Сейчас проходит свет. Дешевая показуха на потеху толпе. Это работа с общественностью. Это пропаганда, Сол. Мы потеряли четверых и устраиваем праздник. У нас связаны руки. Отдохни-ка сегодня, Рейс. Это приказ. Ты не можешь мне приказывать, мы равны по званию. Очень остроумно. Это еще что? Кажется, это E3N. Так точно, сэр. Старшина первого класса, E3N. Улучшенный тактический гуманоид, модель 3. Потрясающе. Так и есть. Зовите меня Итан. Твои задачи. Я приписан к возмездию, командир капитан Олдер. Боевая программа есть? Лучшая. Увидите. Похоже, ты действительно крутой вояка. Ну что вы, не смущайте меня, сэр. Отойди, Итан. Я еще не настолько старый. Приветствую, адмирал. Что ж, теперь все познакомились, можно и стартовать. Так точно, адмирал. Есть шестая корона проводит вас на возмездие. Принято. Ворон 6, возмездие. Главный на борту. Идем к вам. Принято, шестой. Возмездие ждет вашего прибытия. Вы хорошо скрывали проект Итан, адмирал. Олдер знал. Первая модель боец. Впечатляющая. Представим его на сегодняшней церемонии. Вы же знаете, что я робею на сцене? У тебя есть чувства? Да, лейтенант, вполне. У меня мозг человека, фермера. С ума сойти, серьезно? Ни в какой мере, мэм. Попалась, Солдер. Вот и нет. Уатис сегодня сверхурочные, да, адмирал? Полно бортов, но система всегда на чеку. Итан, ты знаком с системой авиаперехвата? Железный щит Земли, основная огневая мощь. Воздаяние, это Ворон-6. Разрешите посадку. Принято. Шестой, посадку разрешаю. Адмирал, сэр. В чем дело, Итан? Орудие Азис. Кажется, они наводятся на наш флот. Тревога! Пилот ранен! Я к штурвалу! Вверх! Вверх! Бесполезно! Не слушается! Эсминцы СДМ! Внимание всем! Стрельба в башне Атис! Вероятность террористической атаки! Повторяю! У нас стрельба! Это не учение! Все вы способны единицы! Немедленно к бою! Мы падаем! Держись! Я в порядке! Они стреляют в гражданских! Вот, возьми! Вставай, надо идти! Сэр, они расстреливают минимум людей! СДФ захватили Атис и расстреливают наш флот! Надо подняться на башню и вернуть контроль над орудиями! На второй! Есть!
Всем Скар, это 1-1, как слышно? Надо вернуть контроль над Атис. Остальное сейчас не важно. Нет, бесполезно. Боевые частоты заглушены. Вот, я нашла осколочные. Отлично. Огонь! Не знаю, Итан.